«Сторона Луны» первая – это серия фотографий Марии Климановой. На своих муз она смотрит не только через объектив, но и через зеркало, которое отражает эмоции героинь, в несколько раз усиливая их. Работы сделаны в стиле ретро, и девушки, запечатленные Марией, как это говорят, юные девы. Многие костюмы шил сам автор снимков. Выражение лица, повороте головы в опущенных руках прочитывается то задумчивость, то суровость, то безмятежность, но в целом ощущается гармония. Я считаю, что они такие прекрасные, красивые, такие какие-то прям совершенно неземные, тургеневские такие барышни. Типажи такие тоже достаточно классические, такие вне времени. А вот вторая сторона Луны – это разрушение. Именно так «Дистракшн» называется серия из 30 черно-белых снимков Анастасии Тиминой. Здесь сложно найти безмятежность или светлую печаль в эмоциях героинь, да и сам взгляд поймать невозможно. Сделанные на длинной выдержке, снимки больше похожи на графику. Никаких четких линий, только движение, только эмоции героинь. И чаще всего не самые светлые. А некоторые снимки и вовсе больше напоминают абстракции. Наверное, она основана больше на моих переживаниях, каких-то моих личных эмоциях. Я думаю, что ни одной мне близка эта эмоция и вообще как бы это состояние души. Изначально выставлять этих двух авторов вместе никто не думал. Но их серии очень гармонично дополнили друг друга, подарив городу любопытную галерею женских портретов, и увидеть ее можно до 18 марта. Мария Ульянова, Алексей Загулов, объективно, ННТВ.